Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас поистине уникальный случай. Человек, за которого вся, как минимум, Белоруссия болела прошедшим летом, когда он выступал на Олимпиаде в Рио, и, кстати, стал единственным чемпионом Олимпийских игр из сборной команды Белоруссии, пришел к нам и болеет за нас, высказывает свою поддержку. Итак, у нас в гостях сегодня Владислав Гончаров. Здравствуйте, Владислав. Добрый день. Насколько нам известно, вы уже являетесь болельщиком команды SkyWay более 2 лет. Все-таки цель вашего визита к Анатолию Дардовичу хотелось бы знать, и на что вы рассчитываете, на что вы надеетесь и о чем вы уже успели поговорить. Я вижу, здесь уже нарисована схема общепланетного транспортного средства. Конечно, упрощенно, но... Я объясню. Принцип действия. Да, физику, принцип действия я объясню. Владислав, понял. Цель моего визита была знакомство с Анатолием Эдуардовичем. И когда он рассказывал про вот эти технологии SkyWay, Space SkyWay с космосом, если честно... SpaceWay, SkyWay. SpaceWay, да. Ну, бросало чуть-чуть в дрожь, потому что, ну, какие-то глобальные такие вещи, которые заставляют задуматься об этом. Что объединяет инновации и спорт? Ну, так же, как и Анатолий Эдуардович, я прославляю нашу страну. И, конечно, если смотреть с точки зрения скорости, но меня привлекает больше высота. И труд стоит за этим. Думаете, легко стать олимпийским чемпионом? Я думаю, это не проще, чем то, что я делаю 40 лет. То есть это через боль, через пот, через колоссальные усилия это все делается, да? Чтобы изменить мир к лучшему, в том числе, чтобы быть там выше, сильнее, там дальше, глубже. Ну вот инновации, да? Они же то выше скорость, допустим, да, мы что-то сделали, то мы можем там микроскоп смотреть более мелкие, там, да, до атомов дойти, то может уже улететь на другую планету, да? Вот это же рекорды фактически, так? Но уже только в области науки и техники, а в спорте делают рекорды вот уже... исходя из возможности организма. Спасибо вам большое за этот визит. Я думаю, что первая встреча будет только началом плодотворного сотрудничества. Мне кажется, что Анатолий Эдуардович хочет вас куда-то пригласить на какое-то интересное событие. Да, безусловно, в экотехнопарк, где мы сейчас строим 3 тестовых участка. И когда уже наступит вот демонстрационная часть, безусловно, я приглашаю наших партнеров, потому что благодаря их поддержке и помощи еще 2 года назад мы и сделали очень многое, в том числе вот мы строим экотехнопарк, который улучшит мир, как мы говорим, строй SkyWay, спасая планету. Как вы видите, дорогие наши зрители, уровень поддержки нашего проекта только растет, и даже спортсмены становятся все более выдающимися. Последний раз мы вам рассказывали о том, что нас поддержал вице-чемпион мира по бодибилдингу, сейчас нас поддержал уже олимпийский чемпион. Что может быть выше? Я должен покинуть наших очень важных людей для того, чтобы они продолжили разговоры о возможном сотрудничестве. Не будем им мешать. Хотелось бы только призвать и вас поддерживать наш проект, подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv-systems.com. И тогда девизом вашей жизни также будет «Citius, Altius, Fortius», как говорят в народе, или «Быстрее, выше,
сильнее. Строй Skyway! Спасай планету!